Всем огромнейший привет! Сегодня приправа клуб готовит гречневый суп с грибами. И делать это мы будем с помощью мультиварки. Итак, первое, что нам необходимо сделать, это очистить морковь и лук. Морковку нарезаем мелкой соломкой. Меленько нарезаем лук. Теперь нарезаем грибочки. Теперь в чашу мультиварки выливаю растительное масло и обжариваю лук и морковь на программе жарко в течение 5-7 минут. Как только лук и морковка поджарятся, добавляю к ним грибы. Пока лук, морковь и грибы будут обжариваться, очищаем и нарезаем кубиками картофель. Теперь в чашу мультиварки к луку, моркови и грибам выкладываю нарезанный картофель, промытую гречку и добавляем воду. Не забываем посолить наш суп. Теперь закрываем крышку и выставляем программу «Суп».